Знаю, Форбес. Запад должен его репескам. Гуляя по лесам Враджа, он пленяет сердце каждого игрой на флейте своим прекрасным образом Прибанхи. Ах, шлям, шлям, шлям. Во Вриндаване он пасет коров и крадет сердце Агопи. Поднявший Говардхан, Радха Шьяма, Шьяма, Шьяма. Радха и Кришна пришли в этот мир в образе удивительной золотой аватары, чтобы проповедовать Киртанадхарму. Радха Шьяма, Шьяма, Шьяма. О Господь, воплотившийся на земле в образе святого имени, на целом свете нет у меня никого, кроме Тебя. Лотосные стопы Господа вызывают восхищение и нарядные ликуют. Радха Шьяма, Шьяма, Шьяма. Раджа-джанамана-сукхакари-хаки Шьяма-шьяма-шьяма Thank you.
She's asked me to translate for a little bit. She's finishing book. She will come maybe a little later, maybe half an hour. Book, Brahma Sanskrit. She's finishing some work. Okay. Many times what I give class, somebody can tell. Можете кто-нибудь повторить то, что утром было? Повтори. Я на тебе рандася, гена жена шалакая, чакшурун ритамина, тасмай шри гуравая намага. Панчакал падарупишча, крипа синку паяча, падитанам правнитхио, вайшнавайкио намо, намага. У нас была лекция Бхагавад-гите, восставляли Бхагавада. И там мы говорили, что Кришна 5000 лет тому назад он ушел с этой материальной вселенной, но он остался проявленный четырех апостасях. Это Бхагаватам, Туласи, Ганга. Бхагаватам, Туласи, Ганга и преданные. Да, и преданные. Когда мы говорили о том, что Шримад Бхагаватам является мостом, который сможет нас переправить через бездонный и безграничный океан материального существования. Также говорили о том, что значит имя Шримати Радхарани. Шри переводится как Радхарани, а Мат – безумная. По-другому вместе эти два слова означают безумная от любви.
И там говорилось о том, что Шримати Радхарани, как обезумевшая, она раздает эту любовь, которую имеет. Всем раздает эту любовь. И говорится, векали, ну, эта милость проливается на всех, но не все ее принимают. Okay, Rasikanda, you can speak after you agree. Om Gyanati Vrandasya. Гуру Махарадж говорил, что Бхагаватам есть Кришна. То есть Бхагаватам это не Кришна, а Кришна. То, что Бхагаватам это Сварупа Кришна. То есть, читая Бхагаватам, обращаясь к Бхагаватам, мы сможем понять Кришну. То есть это внутренняя сущность Кришны, получается. И что первые три песни – это стопы Кришны. Потом третья песня – это колени Кришны, потом бедра Кришны. То есть каждая песня олицетворяет часть тела Кришны. То есть мы должны изучать Бхагаватам с самой первой песни, то есть как мы смотрим на божество, как мы смотрим на божество со стоп и вверх, так, таким же образом мы должны изучать Бхагаватам. Окей, спасибо, всегда. Who want to speak some more and raise your hand? Кто еще хочет сказать? Поднимите руку. Анурадха, can you speak something? Анурадха хочет что-нибудь сказать? А скажет? Нараяни, can you speak? Утренников я рассказывала о славе Шримад Бхагаватам и Гуру Махарадж говорил о том, что на первый взгляд кажется, что там не упоминается ничего о Шримати Радхарани. На самом деле весь Шримад Бхагаватам, он везде там описана вся слава Шримати Радхарани, безумие ее любви. Говорилось также о том, что все качества, которые есть у Кришны, все прекрасные качества, то есть он причина всех причин, карана каранам. То же самое относится это и к Шримад Бхагаватам. Также говорилось о том, что этот мир — это бескрайний, бездонный океан. И он мир материальных страданий. И его можно пересечь, то есть только с помощью моста. А мост это как раз является и Шримад Бхагаватам. Также рассказывалась история Дундукари, что рассказывать эту историю. Why I am telling this story? Film, why I am telling this story? No, she is thinking to tell this story or not to tell. They are telling. If you understand some scripture, can you discussing about 2-3 points, you know? Why Srimad Bhagavata is so glorious? Если мы понимаем Писание, то мы должны как минимум три вещи по этому поводу сказать. Первое, почему Шримад Бхагаватам так славен? One is the qualified person listening to Bhagavad. И кто квалифицирован для того, чтобы слушать Бхагавад? Can you speak? Магьяна Тимиран Десия Геннадьевна Шалакта Чакшуна Милитам Геннадьевна Смеш Шри Гуравей Маха. Прежде всего, выражаю поклоны Джабхат Махараджу и своему духовному учителю Амишна Бхакти Шримати Бхактивиданта Шриди Мадхави Гасвами Махараджу. Махарадж рассказывал эту историю о том, чтобы показать величие Бхагаватам, как Бхагаватам освобождает от обусловленных душ
как он помогает переправляться через океан, безграничный океан материальной жизни, и что никакого не надо даже от Хикара, чтобы слушать Бхагаватам, можно быть совершенно погрязшим в греховной деятельности, но если с вниманием и почтением слушать Бхагаватам, то корабль из духовного мира непременно придет. Вот. Поэтому одна из основных идей в том, что в эту эпоху Бхагаватам – это великая милость, которая проливается на всех джив, и также, что это сама, это описание величия любви Шримати Радхарани. Вот. Какой еще был вопрос? То я говорил, что квалификации не надо. Вот. То есть Шримад Бхагаватам может слушать как очень квалифицированный риши, так и эффект будет, даже если просто греховный риши. И также потом Махараджа рассказывал о тех препятствиях, которые мешают нам погрузиться в слушание Харикатхи и слушание славы Бхагаватам, поэтому за нами корабли не прилетают. Он раскрыл различные виды этих препятствий. Hare Krishna. Спасибо, Ashtita. This is three ways you can discussing about Srimad Bhagavad Gatha. Why Srimad Bhagavad Gatha is very glorious? One is Atita, second is what is the subject matter, and third is the where I am listening from this Hare Katha. I tell 3 points. We can tell him this, we tell him 1 point, maybe. 1 point is and who is the another 2 points, so thanks speaking. Third one is В общем, когда рассказывается о славе Бхагаватам, нужно упомянуть 3 момента. Первый момент Ишварапури Прабху упомянул уже, это про то, какая должна быть квалификация, нужна квалификация для слушания. А есть еще 2 момента, кто-нибудь может про них рассказать. Второй, это, собственно, о чем? Object matter means what is their subject? То есть о чем говорится Шримад Бхагаватам? Кто-нибудь помнит это? Да, ну чему учит? То есть о чем? Тема вообще? Loudly? Громче? Yes. Радхи Бхагаван Раджес Танаяс Тархама Бриндавана. Рамьяка Мачи Пасана. Брайова Дубаргена Дякли. Яка Пудашима Бхагаватам Трамана Амалан Мамарха Матха Махан. Все читание Махапрабху Матам Дам Традара Нахара. Чему учит наш Шримад Бхагаватам? Но Шримад Бхагаватам учит, кому нужно поклоняться. Нужно поклоняться Раджандра Нанда и Шри Кришне. Шри Кришне, который живет во Вриндаване. И там также описано, как нужно поклоняться Шри Кришне. Так, как это делают его служа, его дружки гопи. И самое лучшее из них – это как Шримати Радхарани. Вот пятая наивысшая цель человеческой жизни – это Кришна Према. И самое высшее писание, которое является доказательством всему, является Шримад Бхагаватам. Вот эти заключения сделал сам Шри Чайтанья Махапрабху. Атар? Третий пункт. Третий. And third point. How is it? Yeah. То есть откуда нужно слушать Шримад Бхагаватам? Слушать нужно от компетентных лиц, то есть обязательно, которые находятся в Анугати, в Гуру Парампаре. Why? А почему? I tell you something, you know? Something I'm telling? Anybody telling? Ты уже сказал? Потому что еще можно сказать? Сказал. Окей, спасибо. Why? Why? This is the bhakti of two sons. One is the Gyan and the Vairagya. Why?
Почему у Бхакти вот есть два сына, Гьяни и Вайраги? Почему это происходит? Потому что Бхакти, она может быть счастлива, то есть, ну, как это, то есть, а Бхакти и двух сыновья, Гьяна и Вайраги. И говорилось о том, что Бхакти, оно будет счастливо, удовлетворено тогда, когда будет присутствовать еще Гьяна, знания, то есть знания от Адвайта Сиддханты и Вайрагья, то есть отречение от всего материального. Тогда Бхакти, оно будет полноценно. Мадхамар Брюн Канти Шикамати. Харида. Бхай Гьян Вайрагья Ида Хитусан. Почему у Гьяны и Вайраги два сына? Хари Кришна, Свайам Атсинг, he two times they revise, then your mind is seen very nicely. Yeah, everybody nicely understand. Если все будут хорошо это понимать, то все хорошо уложится в голове. Но делает Гьянандасья Гьянандана Шалакая Чакшурам Литамина Тасмайши Граве Намаха. Махарадж рассказывал про Гьяну и Вайрагью и про Бхакти, про их маму. И за пределом Вриндауна Гьяна и Вайрагья, они вот как Вишварупа, такие здоровые, огромные, сильные, молодые. Но во Вриндаване они очень старые, бессильные, слабые. Как бы это говорится о том, что Бхакти во Вриндауне – это самое главное. Если мы пойдем в Варанаси или в другие города, там то Гьяна и Вайрагья, там она проявлена в полной мере, скажем так. Потому что там преданные совершают великие аскезы, пытаются изучать разные ведические писания. Как бы и у них не проявляется бхакти служения Господу, желание служить. Они пытаются за счет знания постичь Господа. Но это невозможно. Просто за счет знания. Потому что знание передается через сердце. Бхакти передается через сердце. И только тот, кто с любовью и преданностью пытается служить, и при этом он пытается не напрямую служить Господу, а через его представителей, тогда бхакти будет увеличиваться в сердце, и оно в конце концов достигнет совершенства, это бхакти. То есть в сердце придет према бхакти. Мы знаем садхана бхакти, бхава бхакти и према бхакти. Это ступеньки, которые возрастают. Так вот, но говорится, зачем тогда? Ну, бхакти возрастает, зачем тогда нам Вайрагья, зачем нам Гьяна? И Махарадж объяснял, что нам необходимо знать Сиддханту. И Бхактивинода Тхакур Джиадхарми тоже упоминает об этом. И он рассказывает, как. Он говорит, если вы не будете знать татвы, вы не сможете прийти к Господу. Почему? Потому что если мы не знаем, как следовать, если мы не знаем, кто такой Бог, если мы не знаем, что такое татва бхакти, если мы не знаем, что такое нама татва, если мы не знаем, что такое гуру татва, да, если мы не знаем, что такое джива татва, то если мы не знаем эти татвы, эти истины, как практиковать? Очень трудно, да, невозможно. Но с другой стороны, если мы просто сухо изучаем, без руководства, если мы не вкладываем свою душу сюда, и если мы не молимся Писанием, чтобы они проявили это осознание, потому что мы можем вызубрить Бхагавад-гиту, Шримад-Бхагаватам, есть такие одаренные дживы, которые могут это выучить наизусть. Но это не значит, что они получат бхакти. В Индии очень много тех, кто рассказывает Шримад-Бхагаватам, они зарабатывают очень хорошие деньги на этом. Потому что они могут очень красочно, очень красиво описать Шримад-Бхагаватам. Но в сердце у них нету бхакти, на самом деле. Потому что и они не могут дать. У того, у кого в сердце бхакти, они могут дать бхакти. У кого нету в сердце бхакти, они не могут дать бхакти. И из-за этого Махарадж упоминал, что от кого мы можем? Мы можем слушать только от Расика Вайшнава. Потому что у них есть бхакти. У них есть понимание, что такое бхакти. У них есть любовь в сердце. И они могут раскрыть нам сокровенные истины. И наша задача служить таким вайшнавам и молить их о милости. И тогда эта бхакти будет проявляться в нашем сердце.
И также, что такое варагья, то есть мы знаем, что естественное отречение и сложное отречение, обезьянье. То есть, например, кто-то захотел все, я решил отречься, жена, дети, до свидания, я пошел. Гурудев очень много приводил примеров таких, что как бы, потому что он видел сердце своего ученика, он говорил, для чего ты хочешь оставить семью? Чтобы бросить ответственность, чтобы просто отойти от этой ответственности, а не чтобы заниматься бхакти. Но говорится так, если бхакти уже проявляется, если единственное желание это служить Господу, тогда этот человек может оставить все. Он может оставить все и уйти, скажем так, прийти к отцам стопа Вайшнава. Тогда это будет истинное отречение. И отречение, оно будет тоже развиваться, скажем так, из года в год, из жизни в жизнь. Потому что мы пытаемся задействовать все служение. Это будет истинное отречение. Мы не говорим, что мы не будем пользоваться компьютером, или не будем пользоваться машиной, или не будем пользоваться самолетом, или еще что-то. Мы наоборот пытаемся все использовать на служение Господу. И это истинное варяги, истинное отречение и так далее и тому подобное. И вот Махарадж нам рассказывает Шримад Бхагаватам, и он просит нас записывать, он просит нас запоминать, чтобы мы могли дальше кому-то это рассказать, потому что Махарадж очень заботится об этом, чтобы это знание не вошло в одно ухо и вышло в другое. Да, мы знаем три куклы, да, знаете, я расскажу немножко еще, кто не знает. Один человек пришел на рынок, и он увидел три одинаковых куклы. Цена была разная. Одна стоила 5 рублей, другая 100, третья 1000. Он сказал покупателю, почему разная цена, одинаковые куклы, почему разная цена? Тогда он взял тросточку, и первую куклу он получилось в одну дырочку, эту тросточку засунул, а она в другое ухо вышла. Вторая кукла, тросточка вошла в ухо и вышла через рот. И третья тросточка, она вошла, и она не вышла, она вошла в сердце. Так вот, первая кукла, это когда мы слушаем, и все вылетает. Сегодня Махарадж будет как раз об этом рассказывать, он обещал. Вторая кукла, это когда мы слушаем, и у нас все выходит через речь. То есть мы сами не действуем, мы это знаем, как бы на уровне информации, как бы, и мы можем рассказывать это. Да? То есть это неосознанное знание. Но когда это знание входит уже в сердце, когда мы это осознаем, значит, мы уже способны следовать. Мы тогда способны следовать за этим знанием, за вайшнавами, и тогда будет все хорошо. То есть нам надо стремиться быть куклами за 1000 рублей. Харе Кришна. Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхакта Вринда Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхакта Вринда Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama.
Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Itai Gauranga Jaya Itai Gauranga 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 Jai Sachi Nandana, Jai Sachi Nandana, Bola Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Bola Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Bola Hari Rama Hari Rama 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 Hari Hari Bola Hari Rama 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 Hari Hari Bola Hari Krishna Hari Krishna 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 Hari Hari Rama Hari Rama Hari Rama 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 Hari 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 bol Hari bol Hari Gaur Premanande Hari Hari Bol गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय इष्टदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः पञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः वदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्रिशे नमः हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपीसह गोपिका कन्थो श्रीराधा कन्थ नमस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरे प्रिये वृंदाई तुलसी देव प्रियाय समस्त कृष्ण भक्ति प्रदेवी सप्तवते नमः नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, First of all, according to my unlimited obeisance to my spiritual master, Nitilla, Vishnu, Vishnu, Pada, Stotra, Sri, Sri Srimad Bhakti, Sri Siddhanta Sai Maharaj, and the same obeisance offering my Sikha Gurudev, Nitilla, Vishnu, Vishnu, Pada, Stotra, Sri, Srimad Bhakti, Vedanta, Sri Narayan, Sai Maharaj, all Vaishnavas and Vaishnavas. Присела предлагается поклоном моему духовному учителю, Амдикши Духовно Чатманитилю, Павич, Памвич Напад, все это решат, еще Шамак, Бхакти, Шеру, Сидайте, Гасай, также моему учителю, Тарилу Павич, Сушимачи, Шамак, Патриданта, Нарайна, Гасай, Махараджи, всем Вайшнаву, Вайшнаве, Гасай. The money time he hearing, this is glorification of Srimad Bhagavad Gita, this Katha from to Padma Purana. Also some glory, also Skandha Purana, they are also some glory of Bhagavad Gita. Today now it is rising. Сегодня мы слышали славы Шримад Бхагаватам из Пураны, из Падма Пураны, также из Сканда Пураны. Сейчас мы тоже продолжим слушать Бхагаватам. Yeah. So when Krishna he left this world, and when Kunti heard this thing, he left this body. Telling of without Krishna, no necessary keep this body, you know. So why this prana staying in Krishna, his life, the soul is the Krishna. And when Pandavas are listening, Krishna he left this world, you know. Telling of without Krishna, you also don't want to stay this material world. No, why they are devotee? So they are also left this kingdom, and they are also this one planet. And when they are leaving before, now this Vrindavan Dham making the Bajranavan king, and this Hastinapur making the Parikita Maharaj. Когда весть дошла об уходе Кришны, Кунти сразу оставила свое тело. Зачем ей было поддерживать еще бремя этого тела, если уже не было Кришны? Пандавы сразу оставили престол. Они решили вернуться в свою обитель. И тогда на место Вриндаван они поставили управлять Варджанапа в Хастинапуре Парикшита Махараджа. So one Парикшита Махарадж, he came to meet this Bajranav, telling Bajranav, how are you? Hello, I am fine, everything okay. But you know, I am so much feeling some worries, bored. Why? Well, I am the king. Well, when the king is the, you know, this like the beautiful, then when the present is there, you know. But now completely empty. Krishna, when he left this material world, now when he came to this Goloka Vrindavan here, he did not come alone, came with his own associates. And when he left, he also took this whole Vrindavan Dham. Even they are all Sakha, Sakhi, and they are all cowherd bays, and they are all animal, birds, all ants, and they are all insects. They are also not ordinary. The Raghunadas Goswami is telling, Jat Kulma Lata Kikata, he is telling, this Vrindavan, everything they are translated. So when Krishna, he left whole Vrindavan, you know, everything is taken with him. И потом происходит встреча Варджанапа Прабху и царя Варджанапа и Парикшита. И тогда Парикшит Махарадж спрашивает, ну и как у вас там с делами? И Варджанап Махарадж отвечает, я не совсем счастлив. Царь он только тогда царь, когда у него много подданных. Но я здесь чувствую, что я тут совершенно один. Почему? Потому что когда Кришна ушел отсюда, он собрал с собой всех. Все, кто были тогда во Вриндаване, это были вечные спутники Кришны. И деревья, растения. Кагнада с Госвами в своей поэзии пишет о том, что даже насекомые, растения, все обладают трансцендентной природой во времена присутствия Кришны.
Now, so I am feeling, you know, I am feeling this is completely empty, you know, aloneness. Then, but Parikshit Maharaj, you know, what is the glory of this Vrindavan Dham? Yeah. So Krishna, if he left this world, you know, he completely not left. One form is staying here, and another form he left this world. So Bhajanam to this thing, when he calling to, you know, Sandy Ladisi, he is the Purahita of Nanda Baba, he know, he is the know everything. So telling, oh Sandy Ladisi, can you explain what is the glory of this Vrindavan Dham? Then this Sandila Rishi, then he explained what is this Vrindavan Dham. Но Парикшит Махарадж знал о том, что Вриндаван Дхама – это непростое место. И тогда, чтобы рассказать об этом Баджанапру, он обратился к Сандиле Риши. И тогда Сандиле Риши стал прославлять Вриндаван. So, the Sandila Rishi is telling, you know, Krishna's pastime is the two kind of Krishna's pastime. One is the Vastavi Lila, and one is the avastava lila. This is ordinary pastime. You know, this is the Krishna. You can saw Krishna. This, you know, this is this vastavi pastime. This is eternal pastime. Still now he going. Why? Krishna telling Vrindavanam paritaja pad ekam rajam. I have never left in Vrindavan. I stayed never left. Always I can stay in this Vrindavan. So telling what is the eternal Krishna's pastime? Still now he is going now. Yeah. And who is the Bevaharik pastime? You can say, oh, Krishna came this world and left this world. Тогда Сандиле Риши стал рассказывать о природе игр Кришны. Он говорит, они бывают двух видов. Есть Vastavi, обозначают вечные игры Кришны. Тогда они проходят всегда, вечно во Вриндаване. Они невидимы, но они проходят там вечно. И второе, это временные игры, которые иногда проявляются или становятся видимыми во Вриндаване. Yeah. So Sandil is telling, now coming question, who can understand, who can take darshan of this is the eternal pastime? Then telling, everybody cannot take darshan. Only whose eyes completely pure, whose heart only manifested this prema, only they can understand this Krishna's this spiritual pastime. Yeah. So like this Brahma is telling prema jana charita bhakti vilochanena santaha sadaiva hridaye subhilapayanti jam syam sundaram machinta gauna swarupam govindam mahati purusham tamam bhajan. Only that person can understand. Can tell this slogan to the meaning. Но кто может понять, кто может увидеть вечные игры Кришны, невидимые для глаз обычных людей? Только те, которые обладают чистым сердцем и чьи глаза умощены бальзамом премы к нему, Кришне. Как Шри Брамаджи в своей сангите, в своей песне говорит, «Преманджана чурита бхакти вилочанина». Он говорит, только когда глаза умощены бальзамом премы, только тогда тот редкий, древний, недоступный для чужого взора людей становится близким, видимым и понятным. Я поклоняюсь этой верховной, изначальной верховной личности Богу Говинде. Think this all pastime. Also, you know, our sampradaya, you can serve this thing, our sampradaya, this is Goswami's pastime life. Like this is Rupa Goswami, Sanatana Goswami, when they are coming, discussing Harikadam, Ter Kadamba, and when Rupa Goswami thinking, oh, my elder brother came, necessary I can give something. Then Radharani herself, a very nice, beautiful girl's form, bring this. This is a thing I can give, spread the sweet rice. Then he bring the milk, sugar, and the kaju, kismis, green, and herself, how she cook, and Rupa Goswami, how offered to give Sanatana Goswami. Sanatana Goswami, when he eat, you know. My life never eat like this sweet rice. Why? Rather than herself cook, and offering to Rupa Goswami, Krishna, how this so taste? Well, are you thinking something? Yes,
After many days you came here, I felt something you sweet eyes. Then Sanatana Goswami tell, who will understand your mind and do this thing? She is an ordinary person, she is herself Radharani. You can eat sweet, how is sweet. So Krishna, you know, this is the time of Mahaprabhu, 500 year before. But Krishna already did, you know, 5,000 year before. Still this past time to go there. До сих это было, это происходило, например, с нашими учителями. Много свидетельств того, как это было с Шри Рупой Санатаной Госвами. К примеру, возьмем то, что происходило в Тирукадамба. Когда однажды Санатана Госвами пришел к Шри Рупе Госвами, то вдруг появилась маленькая девочка, которая стала принесла для них молоко, сахар, рис, изюм, орехи, и предлагала им, чтобы они приготовили сладкий рис. Потом она в итоге приготовила этот сладкий рис и угостила Санатана Госвами. Когда Санатана Госвами попробовал этот рис, он просто испытал огромный экстаз, счастье. Сказал, я в жизни никогда не пробовал такого сладкого риса. Это без сомнения могла сделать только наша с вами Рупа. Разве ты желал что-то подобное в сердце? Тогда Рупа Госвами признался, он говорил, да, ты так, я так долго тебя не видел, и я так сильно хотел угостить тебя чем-нибудь вкусненьким. Тогда Санатана Госвами ругал его, он говорил, мы не можем пожелать подобного, потому что тогда наша с вами не будет приходить и служить нам. Это мы должны ей служить. Yeah, and when Sanatana Goswami, he stay in Pavana Sarovar, one day he cannot eat something, anything eat. Then himself, Krishna, you know, he brings some milk for Sanatana Goswami and gave to Sanatana Goswami. And when the Samananda Prabhu, he cleaning this Haru Mandal, Vrindavan, this Sevakunja, and Radharani herself left this uncle bell, and when he got this uncle bell, and Radharani herself came and it is put his own hand and Radharani herself gave his name Shyamananda again. Когда Шрила Санатана Госвами совершал свой баджан и долгое время не выходил себе за милостыни, то сам Кришна принес ему крынку с молоком напиться. Или взять, к примеру, Шьямананда Прабху. Как он получил это имя? Он по велению своего учителя подметал улочки, тропинки во Вриндаване и обнаружил украшения. И далее он надел эти украшения самой Радарани на стопы, получил от нее благословение и имя Шьямананда. And our Sampradaya said, Lugnadas Goswami, you know, when he doing bhajan there, this is the Kishori Kunda, when the bhajan, and when, you know, himself Krishna, he manifested this point, and he directly tucking with this Lugnadas Goswami. When Sanatana Goswami doing Parikma Giriraj Govardhan, himself Krishna manifested here this Giriraj Sila. When Sanatana Goswami doing Parikma Giriraj Govardhan, how he saw Radharani sitting in the swing, and how some sakhi swim to Radharani. So many pastime, still now Krishna doing pastime. But who can serve this thing? Only who is the, you know, who is eyes completely pure eyes, only they can serve this thing. Возьмем случай, когда Лочан Дас Такур, совершая свой баджан на Кишоре Кунде, услышал голос Кришны, божества, находящегося в этой кунде, и тогда потом получал от него указания о служении. Возьмем, например, как Шрила Санатана Госвами Пад получил не только даршан Кришны, он получил от него шилу, вокруг которой с отпечатками стоп Кришны, с отпечатками флейты Кришны, копыта коров Кришны, вокруг которой нужно было входить. Или возьмем, например, как Шрила Санатана Госвами Пад, проходя парикраму с Говарданы до Радхакунды, то еще раз получил даршан Радхарани, качающая на качели в окружении своих подруг. И тогда он увидел, что действительно ее коса словно черная змея.
очень много подобных случаев, очень много даршина получали наши учителя. Это было всего 500 лет назад, хотя Кришна ушел, дескать, 5000 лет назад. Глаза, умощенные бальзамом премы, чистые сердца, способные до сих пор получать даршан Кришны там во Вриндаване. So, Sangal is tell Bajrana, if you want to get darshan now, still, you can do one thing, you can do service of this Vrindavan, service. Now, slowly, slowly, Krishna, he left this world, slowly, slowly, this all pastime places that disappear now. Now, you can, all pastime places you can discover now. So, then he take with Bajrana, we take with Parikshit Maharaj, Sandila Rishi, Gargacharya, now they are know everything. Why are Krishna doing pastime? So Bajrana Vibho and manifested all Krishna's sweet pastime place. And maybe some are established some deity, some are established this fruit breed, some are he put some pond, some are he make it some whale. You know, everywhere, you know, when after somebody comes, they understand Krishna doing this pastime. Still, when you go to Brajavanda Parikrama, what you saw, there are something in Vrindavan Dham. Brajavanda Parikrama, only Bajrana will establish this all places. So now you are understand where are Krishna doing this pastime. И тогда Парикшит Махарадж посоветовал Барджанаву Прабу, Барджанав Махараджа, чтобы тот послужил Кришне, тогда он тоже непременно получит его даршан. Все, что у нас сейчас есть во Враджамандале, все места игр Кришны, это все практически было благодаря усилиям служения Враджанава Махараджа. И он тогда вместе с Гаргачарья, вместе с другими личностями, они обошли всю Враджамандалу и установили в память о Кришне либо божества, либо кунды выкапывали, либо привели туда людей, и люди согласились жить в том или ином месте. Деревня, и деревня их называлась в честь игр, игр Кришны, которые происходили там. Вся слава, которая у нас есть сейчас об играх в Враджамандале, все места, это благодаря служению Враджанава Махараджа. So also he established so many, you know, where Vrindavan Dham, when you go, you are listening to Nandaga, Barsana, Adig, Kokilavan, Javat, Ajnav, there is the Chhatravar. You know, where Krishna did, who is the pastime? As like he keeps some place name also, like this, what he will, who you go, Brajamandal, they are not everything. То есть, несмотря на то, что до этого ушли все, кто обитали там в Враджамандале, то Барджанав Махарадж, он снова создал там деревни, создал им название, вот все, что какие имена произнес, это и Нандакаон, и Варшана появились, и другие места, как раз в честь тех игр, которые там проходили. Yeah. So once upon a time, this Krishna's all queens, you know, 16,186 queens. You know, there Krishna, he left this world, they are so much unhappy, so much buried. But they are saw this Kalindi, she's happy, you know. Then telling, oh, Kalindi, how you are happy? You are also Krishna's prayers, you are Krishna's queen. But you are feeling so much separation to Krishna, but you did not feel, you are happy. Then she telling, oh, mercy of Srimati Radharani, I know. Krishna never left Vrindavan, always present in Vrindavan. Only mercy of Radharani, somebody understand. I am completely surrendered to Srimati Radharani. Mercy of Radharani, I am understand this thing. And all Mahesh is telling, okay, you are also make the made servant of Srimati Radharani. How you can understand Krishna now present this world? Mm-hmm. Когда Кришна ушел, остались его убитые горем 16108 цариц. И только одна из них по-прежнему была счастлива, Калинди. И царицы недоумевали, как, почему, ведь наш возлюбленный муж ушел, а ты по-прежнему счастлива. Тогда Калинди призналась им, она сказала, по милости Радхарани, я знаю, что Кришна никуда не ушел,
я по-прежнему получаю его даршан. И тогда царицы тоже решили предаться Радарани, стать ее служанками, лишь бы только она подарила им возможность видеть Кришну. Krishna now present this material world, and Krishna then telling, oh, this thing, Uddhava is the not this thing. I sent to Uddhava Vrindavan, Uddhava is the explain to how Krishna is the eternal staying Vrindavan. Well, Uddhava not this thing. Well, Uddhava where now you can meet, well, now he takes the form of grass. See, Giriraj Govardhan, you know, the lotus video Giriraj Govardhan now still there. If you want, you can go to meet to Uddhava. Now everybody can this Uddhava Kunda, all Sakhi, all Mahinsis, Vajranav, and this is the Parikhet Maharaj, then they are doing Kirtan. When they do Kirtan, then Uddhava become grass, take the form of grass. Now Uddhava, they are manifested himself there and gave the darshan to everybody. И тогда они стали думать дальше, а как же нам теперь увидеть, получить этот даршан Кришну? Кришна присутствует во Вриндаване, но как же его увидеть? И тогда Калинди сказал, нам нужно обратиться к Уддаве. Уддава знает процесс. А где Уддава? Уддава находится до сих пор во Вриндаване, присутствует там в форме травы на Говардане. И они все отправились на... Все те, кто мечтали получить снова даршан Кришны, это были царицы, это был Парикшит Махарадж, Парджинаб Махарадж, Мандаргачарь и другие. Все они отправились на Уддава Кунду. Стали совершать большой киртан. В результате этого киртана возник сам Уддава. Уддава Махарадж ки. One minute киртан, окей? После мотора сейчас устроим киртан. This is the power of киртан. Уддава is manifested. That meaning power of киртан. You know, many times you are listening. When the киртан, then Krishna himself from Goloka Vrindavan to manifested this kirtan. Благодаря силе киртану Уддава там появился. Благодаря киртану, благодаря силе киртану сам Кришна появляется. Yeah, so Narada telling once Krishna asking, where I stay? Well, oh, I am not staying. Everybody know I am Vaikuntha. I am not staying in Vaikuntha. Well, everybody know I stay in Yogi's heart. I am not staying there. Well, where I stay? Well, where I stay? Well, there. Where my devotee to kirtan, I am staying there. Однажды Кришна назвал свой адрес Нарада Муни. Он говорит, что некоторые говорят, что я живу на Вайкунте. Это неправда. Некоторые говорят, что я живу в сердцах йоги. Это неправда. Меня всегда нужно найти там, где мои преданные совершают киртан. Пола Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे मधु गोपाल राधे गोविंद राधे मधु गोपाल राधे गोविंद राधे मधु राधे गोविंद राधे मधु राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद राधे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे Krishna, he sent you Vrindavan and pacified this Brajavasi. How you are pacified this Brajavasi? Can you explain? You are also, you can care to pacify to us. How you can meet with Krishna? Telling any process? Они спрашивали Удава, Удава, вы, Удава Махарадж, вы же ездили во врач, вы же смогли успокоить Брадживаси. Можете ли вы тоже успокоить боль нашего сердца? Yeah, then Uddhava telling, oh, you want to meet with Krishna? Well, yes. Well, Krishna only he came this material world, Brahma's one day only he came. Yeah? Now he did not come now. But when Krishna he left the world, that time I am present there. Then Krishna, when Krishna want left, then I am so unhappy telling, oh Krishna, without you, how can I keep my life? Whole life you can stay together, sleeping together, eating. You know, your whole life staying together.
Now you want to live to me. How you can tolerate your separation? Then Krishna tell you some very, very secret thing Krishna he told me. И тогда Удава стал им говорить, что Кришна приходит только один раз в день Брамы. И возможно, чтобы он пришел еще. Но когда Кришна уходил, в тот момент я присутствовала с ним рядом и спросила у него, я молил его, Кришна, как же я смогу жить без тебя? Ведь всю свою жизнь я был подле тебя. Ведь я всегда спал, ел, думал только тебе, как же ты можешь оставить меня, я не смогу здесь остаться. И тогда Кришна, сказал Удава, открыл мне большую тайну. You know, Brahmas one day how big Kathy Summer. Знаете, насколько долг день Брамы? 4 миллиона 200 тысяч. Tell you how long? Пандитзи. На Кали-юга представляет собой по длительности 432 тысячи лет. Далее считаем. На Кали-юга два пара-юга 2 times more. 8,64,000. Третий юг 2 times more. 2 times 3,000 more. 3 times. I mean just, it is like 2 пара-юга. This Kali Yuga 3 times, Kali Yuga, and Satya Yuga is 4 times, and doing together is the one Mahayuga, and like the 71 Mahayuga is the one Manantara, this 13 Manantara is the 13, like this 13 Manantara, then Brahma's one day, meaning this 1,000 Chatur Yuga there. Uh-huh. Один день Брама это 1000 Chatur Yuga. Одна Кали-юга представляет собой 432 тысячи лет. Два пара-юга в 2 раза больше, 864 тысячи лет. Третья юга представляет собой как 3 Кали-юги. Сати-юга представляет собой как 4 Кали-юги. Все это вместе являет собой 1 Чатур-югу. 4 юги вместе. Маха-юга, да. Чатур-юга, Маха-юга. И 71 Маха-юга представляет собой 1 Манвантару, а 14 Манвантар представляет собой... Дикий смех, пожалуйста. А 14 Манвантар представляет собой половину суток Господа Брама. Yes, yeah. So Brahma, yes, yeah. So Krishna, Uddhava tell Krishna not always coming. This is the Brahma's one day, he coming, you know. So now he never coming now. So you tell you what? Uh-huh. Yes, I told. Tell you last. Last I told that when Krishna, he tell you some secret thing. Yeah, and then Krishna told me the secret thing. Yeah. So telling, oh Uddhava, one way I have left this world. Another way I am present in the Srimad Bhagavata Gatha. Then I am Bang Me Murti. Krishna Sudham Upagate Dharma Jnana Divisaha Kalo Nashta Drishamesa Puran Arkatunadita. Telling Krishna Sudham Upagate. You know this slope. So this is the Puran Arka. Puran Arka means it's like the one sun. When sun rises, then what happens? Our darkness finishing. You are knowing it. You know, when night time, somebody afraid, or maybe some
a thief coming, stealing money, you know, that time. But when the son dies, then what happens? This is the our darkness feeling, no fearless, everything is okay when coming sunrise. Like this, telling this is Bhagavad and Bhagavad, this is the one sun god. So when he manifested, then our heart, all kind of this is anarthas, all kind of alertness in the move, and it will be very happiness life. This is Uddhava told this shloka, yes? This is from another Purana, no? This is the Purana. Krishna сказал, что я остаюсь в этом мире Бхагаватам. Например, в одной из Пуран написано Калауна Krishna Sadhama Bhagate. Krishna Sadhama Bhagate Gyane Dharma Gyana Divisaha. Divisaha Калауна Штайвадриша Пурана Артханулодитаха. В этом стихе говорится о том, что когда Кришна ушел из этого мира, когда с ним ушла и дхарма, и вся гьяна, что же осталось от тьма невежества? Один мрак остался. И когда темно, когда вокруг ничего не видно, то, естественно, каждый будет бояться, что на него нападут разбойники, у него заберут все. Ты, что тогда может являться надеждой спасения в зашедшее солнце? Кришна в этой Пуране, когда Кришна восходит на небосклоне этой вселенной в форме Шримад Бхагаватам. Шримад Бхагаватам — это как солнце, восходящее на небосклоне вселенной. So this is the Purana Arga Dunavita. So Krishna he told this thing. So Krishna he told, if this Kali Yuga somebody want to meet with me, if listening Srimad Bhagavata Katha, listening Srimad Bhagavata Katha, and he would meet with me, this is the same thing. And Krishna himself told us, if somebody listen Bhagavata Katha, himself, Krishna, he manifested from Srimad Bhagavata, then all amazing and so happy. Hello, Uddhav, can you tell Bhagavata Katha? So I said, okay. Then Uddhav, he won a month. The Uddhava Kunda Kusuma Sarovar. 1 month he continued with telling Srimad Bhagavata Katha. And this Bhagavata Katha, when finishing himself, Krishna with this Radharani, all Sakhi Vrajavasi, he is the manifestant of Srimad Bhagavata Grantha. Then all Mahesh, they are meet with Krishna and they are Viramakim. Удава говорил о том, что Кришна не отличен от Бхагаватам. Слушая Бхагаватам, ты получаешь даршан. И тогда все царицы, они попросили Удава, мы тоже хотим слушать Бхагаватам. И Удава им рассказывал Бхагаватам в течение месяца. И когда он закончил, тогда появился Кришна, и все Вриндаваси подарили им даршан. That meaning is that you are not listening to Bhagavata Katha, you are meet with direct Krishna. You are meeting. Это значит о том, что мы не просто сейчас слушаем Бхагаватам, у нас сейчас встреча с Кришной. Врасимад Бхагавата Катха Амритам Кия! Врасимад Уддхав Махарадж Кия! So, then Уддхав is telling, hello, my Gurudev also tells, before he told one past time, me, well, what? Well, when Lord, he creation this material world, then he created past his three Devata, Brahma, Vishnu, Mahesh. Now, telling, oh Brahma, your duty is the creation, tell Shankar, your work is the destroy, and tell Vishnu, your work is the maintaining. Then Brahma telling, oh, this work, this creation is the tamaguna. How can free of this tamaguna? Well, when you listen to Bhagavad Gita 7 days, you are all this, this is the Rajaguna become finishing. And Shankar telling how this is the destroy this world, this is the tamaguna. I can mercy of him, can I do everything, all kind of destroy. But one is the authentic life. You know, complete whole world when become destroyed. How I can do, well, listening Bhagavad Gita, telling Bhagavad Gita, only power of this Bhagavad Gita, you can do this thing. So when Shankar telling Katha, Parvati listening, when Parvati telling, Shankar listening. Then Vishnu telling Prabhu, mercy of you, I can do maintaining this world, maintaining Lakshmi's life. So when you telling Srimad Bhagavad Gita, you know, then Lakshmi life you are maintaining. So when Narayan telling Bhagavad Gita, Lakshmi listening, Lakshmi listening, telling Narayan listening. So if he such a very powerful this katha, this whole world, this creation, destroy and maintaining, how happening? Well, only
power of Srimad Bhagavata Gatha, everything going this way. Насколько могущественен могущественный Шримад Бхагаватам, когда Верховная Личность Бога дала в обязанности, вменила в обязанности Брахме творить все, что находится в этом мире, Брахма недоумевала о том, как же он сможет это сделать и как он при этом останется чист, потому что Раджа Гуна, она оскверняет. И Верховная Личность Бога велел ему слушать Бхагаватам, и тогда ты получишь и силу, и всегда останешься чист, не смешиваясь с раджа-гуной, с гуной страсти. Когда Шиве вменили в обязанность уничтожать все, что находится в этой вселенной, Шива тоже думал о том, как это сделать, это необычайно сложная задача. И Верховный Господь велел ему слушать Бхагаватам, тогда тоже появится могущество и знание. И когда Вишну спрашивал о том, как мне поддерживать жизнь моей Лакшми, и когда Лакшми спрашивал, как мне поддерживать, помогать Вишну, Верховный Господь всегда говорил, слушайте Бхагаватам, вот так, благодаря Бхагаватам, все вокруг существует. Yes, yeah. So, Hare Krishna. So now he telling, this is the Srimad Bhagavata Gatha, how many kind of listener of Srimad Bhagavata Gatha. А теперь мы будем слушать о том, сколько бывает видов слушателей. Before already I told you, somebody remembering this. Я уже вам это рассказывал. Кто помнит? Кто помнит? Кто помнит? Ананда Кришна? Maybe. Ананда Кришна все помнит. Something. Something. Нараяни? Something. Помнит, помнит. Can I speak? Давай. Bad or good listener? Good, bad, everything. Что нравится? The nice thing. Только хорошо говорит. Hard she left, he can tell you. На чем она закончит, на том он завершит. Мы продолжим. Хорошим слушателям, у нас есть 4 слушателей. Они подобны. Вот первый, один слушатель, это слушатель, который подобен лебедю. Лебедь, он может отделить молоко от воды. И также хороший слушатель, он будет всегда, то есть слушать харикатху, а не слушать мирские разговоры. Да? Нет, не помню. Или так нежно говорить. Так, а какой зверек ты какой? Лебедь. Который отделяет молоко от воды. Прикусать. Хороший слушатель будет всю суть. Суть, да. Да, всю суть он будет внутрь, да, забирать, а остальное не будет слушать лишнее. Аквафор такой фильтр. Потом еще один из хороших слушателей – это попугай. Попугай, он обычно выбирает самый спелый, самый вкусный плод, он его надкусывает. И то же самое, хороший слушатель, он все время он будет слушать только харикатху, то есть не будет идти слушать разные мирские разговоры. Другой слушатель – это еще птица чатака. Птица чатака, она питается дождевой водой. Кроме дождевой воды, она ничего не пьет. И именно дождевой водой определенное созвездие. Когда капает, она ждет этой воды очень сильно. И подлетает, выпивает. Это тоже сравнение с хорошим слушателем. Человек, который ждет харикатхи, чтобы услышать харикатху. Меня, конечно, попросили о плохих поговорить, но я одного хорошего еще вспомнил. Это рыба, которая всегда с открытыми глазами плавает, то есть она всегда воспринимает, она не хочет ни на секунду закрыть глаза и ни на секунду прекратить это поглощение харикатхи. Да, а
плохие слушатели, мне пока только один вспомнился, это который сам не слушает и другим не дает. Какой зверек там, я не помню. Маленький тигр. Маленький тигр, да, то есть он всех кусает, всех вокруг дергает постоянно, и, соответственно, и сам не служит, и другим тоже не дает. Еще три. Амар, do you want me something? No? Еще один слушатель – это верблюд. Это тот, который есть красивая зеленая трава, сочная. Но он к ней не идет, он идет к колючкам и жует колючки. От этого весь его язык источается кровью, и он наслаждается этим. По-моему, первое – это он сам не слушает, второе – сам не слушает, еще и мешает другим. Это Жор. Третий – а кто? Кто? Слушатель. А слушатель – зверь такой. Я не помню. Вот, третий он слушает, чтобы оспорить. Такое настроение оспорить. И что-то спасибо. Camel also this classification? Camel. Camel, yes. Camel, да. Полный camel. He just mentioned about the camel a little bit. Mentioned about added with the fish in the milk ocean in a simple way also. Then he told about small tiger. He never listened himself and also disturb others. Ananta Krishna Prabhu told them. And then Amal Krishna Prabhu makes everything. Okay, Hare Krishna. So telling there, you know, there one listener is the good listener, one is the bad listener, and who is the bad listener also poor kind, or somewhere in high kind they are telling. One is the bumblebee, like this bumblebee, even you see the all flower, even their thorn tree, if there are some flower, he also go there, and the seed also they are collected honey, like this. Who is the go everywhere? But only collected honey, good thing, he's the good listener. Итак, я в прошлый раз рассказывала о четырех категориях, аналогиях хорошего слушателя и четырех аналогиях плохого слушателя. Еще дополнял о том, что есть еще один хороший слушатель, который подобен шмелю. Шмель садится на разные цветы, забирает у него, извлекает из него самый сладкий нектар. Он способен из любого цветка извлечь сладкий нектар. Yeah, and then maybe another everybody tell this is a this is all this is telling nicely everything. Simple way. Oh, okay. This is the swan. That kind of listener is a good listener who is always only accept only milk. He never accept any bad thing, they reject. Итак, первый хороший слушатель подобен лебедю. Лебедь способен отделять молоко от воды. Он даже когда смешанное, смешанное пьет, если смешать молоко с водой и дать его лебедям, он выпьет молоко, а воду выплюнет. Another is telling this is a chatak bird. Chatak has some qualification. He did not drink any water, any pond, any river, any well. Only he drink the swadhi nakhatra water. So give example once. One chatak bird sit the one tree and he sit on one tree, but this tree the bank of Ganga. And what happening? One hunter came and shoot the arrow. This bird fell down in the water of Ganges. And fell down water of Ganges. Even Ganges water is so pure, but even he this mouth is stop this mouth.
even he did not drink this Ganges water only. No, if while drinking only this Swadhi Nakshatra water I was drinking. That meaning is you are necessary one painted, you are doing bhakti. Not to worship this time, you are this name, you are there to worship, also worship to Krishna only. No, necessary only one painted, only you are worship to Radha Krishna and the guidance of Mahaprabhu and this Rupa Nivanda, not any else. Chataka brought fall down inside the river Ganga. Ganga. Итак, смотрите, лебедь, он чтобы он не слушал, он оттуда берет сущность, саму суть. Ему нужно молоко, он оттуда это извлекает. Это очень высокий класс слушателя. Возьмем птицу чаток, это тоже очень высокий класс слушателя. Она ничего не пьет, кроме дождевой воды, чудодейственной дождевой воды во времени созвездия Свати. И для того, чтобы понять, насколько сильно она предана этой воде, насколько она исключительно предана этой воде, то дается такой пример, как охотник. Однажды выстрелил в птицу чатака, и та упала в воды, Ганги. Но несмотря на то, что воды Ганги освобождают, потому что это чистейшая вода, трансцендентная вода, чатака отказалась ее пить, и она сомкнула свой клюв. Она так и не выпила ее. То есть это когда преданный, он... Его сердце исключительно предано только лишь служению Раде и Кришне, и поэтому он будет слушать только о них, и ничего больше не может удовлетворить его. Он даже клюв закроет на все остальное. And he will never drink any, so the devotee will be so much dedicated to worship Radha and Krishna, then he cannot give his heart to anybody else. Yeah, only guidance of Mahaprabhu and our Rupa Guru Varga, Anugatha, only their worship Radha Krishna. Он будет только поклоняться Раде и Кришне под руководством преданных Чайтанья Махапрабху. Слушать только от них Харикатху. And the third is the Peace, this is taking the milk of ocean milk. But he is the always, this eye is never blinking, always this eye is the opening eyes. How is the always this opening eyes drinking only this milk? Like this good listener is the, who is the without blinking the eyes, one painted who is listening all Harikatha, even one not missing any word of this Harikatha. Everything one drinking. Третьего вида хорошего слушателя сравнивают с рыбой, которая живет в молочном океане. Есть там такая рыба, которая пьет молоко из океана своими глазами. И вот такого слушателя, когда сравнивают с рыбой, говорят, что такой слушатель, он настолько внимательно поглощен Харикатхой, что не пропустит даже ни одного слова. And the fourth is the попугай. 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 Yes. Попугай, one quality, he know which fruit is the only ripe fruit. He doesn't know. He has some qualification. So only he, in this throat, get to only this ripe fruit, never any unripe fruit. That meaning is the only he did not, listening katha, go to everywhere, some jnani, some karmi, some yogi, some bhogi, where are going, necessary katha, necessary go there, but I am want to drink, only touch or throat, only where you come to life, which meaning is the Radha Krishna prem fruit only, not any go here and there. Слушатель высшего класса сравнивает с попугаем. Попугай не просто разбирается в плодах, не просто разбирается в зрелых, не просто определяет зрелый плод, он еще выбирает самый зрелый плод. И поэтому, когда он ищет катху, которая может удовлетворить его сердце, он идет его только там, где
самая сладкая харикатха. А не так, что вот я сейчас буду слушать о Раде и Кришне, там и от Карми, и от Гьяни, и от Бхоги. Yeah. Только к тем, у кого чистая любовь к Раде и Кришне. And you know, listen to one story. Послушать одну историю. Yeah. So how can one painted do bhajan? Как можно совершать исключительный бхаджан? So Gurudev mostly he tell this story, Gurudev. Gurudev часто рассказывал эту историю. You know, one devotee, he stayed in Radha Kunda and he did bhajan. And when the bhajan stayed in Radha Kunda, and when he tried to remember Srimati Radharani, and Radha Kunda himself Radharani, and when he tried to bhajan, sit down the bhajan, and when he remembered Radharani, he thought, you know, he got some mercy of Srimati Radharani. He thought the heart comes some realization in this heart coming. And he feeling this thing, oh, this is the mercy of Radharani. You know, he feeling something when chanting bhajan. Well, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama, Rama Hare. Broth, well, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Разбудился тогда. Итак, однажды, Шаргурдев рассказывал эту историю. Один преданный посвятил свой баджан служению Радарани. Он жил на Радакунде, был полностью погружен в этот баджан. И он даже чувствовал особое ощущение в этом баджане получал. Yeah, so once he thinking, oh, once again he want to go to Dwaraka, then he thinking, oh, no need to go to Dwaraka, if I stay in Radha Kunda, this lotus feet of Srimati Radharani, no need to go to Dwaraka. Again thinking, no, once if you go, okay, then what happening? If some sadhar, you have been pure bhakti, if a little bit you have some desire, then this desire is fulfilled. One Brahman, Brajavasi telling, well, Baba, Baba, I want to go to Dwaraka, but I have no any friend, you know, go to Mahajan alone. Then this sadhu telling, oh, before also I think go to Dwaraka, but no, any desire going. Well, you can, don't worry, I can give money, you know, only necessary with me somebody, you don't about this money, everything I can help. Necessary, I am one Sangi, one friend. Then he think, oh, some friend, we can okay go. Then he go to Dwaraka and take darshan of this Dwarakadis. And they also there are something doing this Sankha Chakra Gada Padma. They are some get some chinna to buddy sometimes. And he also this is not chinna. This part he also put this buddy. Not removable, yes. No, this is the put. Yeah, definitely. This is the doing some heart something and the put this. Okay. This is the. So this thing is only Vaikuntha, this symptom only Vaikuntha with the Narayana devotee on their photo. And he go to Dwaraka, moving everything like darshan, and he had returned, come Vrindavan. And again when he go to Radhakunda doing bhajan, now he cannot, you know, realizing any mercy of Radharani. He so much try remembering to Srimati Radharani, Radharani, but cannot he remember to Srimati Radharani. Когда садака, когда настоящий садака совершает свой баджан, у него легко исполняются любые мысли, появлявшиеся в сердце. И вот этот преданный, совершавший баджан Радарани, который чувствовал милость Радарани, у него пронеслось однажды мысль о том, что «О, есть Дварака, хорошо бы пройтись в паломничество, посмотреть бы». Двараку тоже. Потом он решил, нет, зачем мне Дварака? Я на Радакунде совершаю баджан. Зачем здесь Дварака? Но поскольку у садаки исполняется любое желание, вскоре появился человек, который говорил, Баба, Баба, о святой, его преданный, пожалуйста, составьте мне компанию. Я хочу пойти в Двараку, и я не хочу туда идти один. Я вам плачу все ваши расходы, вы просто пойдемте со мной.
И тогда этот преданный решил, ну, если, ну, в принципе, ничего страшного не будет, если я туда схожу, посмотрю на Двараку. Когда он пошел на Двараку, то там еще их оклеймили. Там поставили им тиски, знаки Вайкунхи, там раковины, булавы, лотоса, диска, которые не удалишь с тела. То есть это как, что, не как татуировка, но тоже не удаляем, как там раскаляют этот знак, прижигают, да, и ставят. И возвратился он такой на Радакунду. И потом, сколько он не силился в своем баджане думать о Радаране, он перестал получать ее милость. Она перестала появляться в его сердце, он перестал получать все ощущения, которые он получал прежде в своем баджане. Yeah, you know, anyhow he met Kanak some feeling about Srimati Radharani, then he telling Gaurade, what happened? Why you are not coming my heart? Why I am not realizing anything about you? Then some skies vice is coming. Well, oh Baba, this life never you can, you know, got my mercy. I cannot got my mercy. Why? You are taking my lotus feet, you know, so you are going to the Dwaraka, and again you have to this chaap, you know, this first part here. So again I am cannot accept you this life. Why? You have left my lotus feet, I go to Dwaraka, and again you put this china. This is china, this is the Vaikuntha china. I cannot accept you. This life never got my mercy. When he heard this thing, but without mercy of Radharani, why can I keep my life? So then he sit down one place, and this Jogarni, this is it, the Jog, and he manifested this one body, some fire, and he burnt and left this body. Итак, когда он вернулся и у него ничего не получалось в его баджане, он уже стал плакать и рыдать, умоляя Радарани, чтобы хотя бы понять, почему с ним теперь такое происходит, что изменилось. Тогда он услышал голос, который говорил ему: я не знаю, зачем ты пошел в Двараку, чего тебе не доставало здесь у меня на Радакунде. И я не могу в этом теле, я не могу принять тебя снова с этими знаками Вайкунхи. И когда он услышал об этом, то этот садак, этот преданный, был настолько разбит горем, был настолько опечален, настолько казалось, он потерял, зачем жить ему без Радарани, без баджана, что он решил просто уйти, он своей мистической, огнем своей мистической силой своего мистического огня сжег свое тело и оставил его. Yeah. So this way, necessary, you are one painted. Важно вот так исключительно совершать свои баджаны Радарани. Yeah. So Sri Raghunath Das Goswami, you know, there are one scripture. This name is the So Niyama Dasakam. This name. So Niyama Dasakam meaning there are 10 slokas there. You know? So Niyama. He telling how one sadhakas, how one painted. Only take the shelter of Srimati Radharani heart doing bhajan. This 10th sloka is very nicely explained what is the mood of this sadhaka. Raghunath Das Goswami написал 10 стишей Сониама Дашакам. Сониама Дашакам, в котором объяснил подробно все детали такого бхаджана Радарани. Yes, they are telling where is the Radharani? I don't want to go there. If Radharani, I heard Radharani Dwaraka, I am I can go there, Dwaraka. If I see Radharani anywhere, I live in Dwapar, I go there only. Radharani only go there. Raghunath Das Goswami там говорил,
Я никогда не пойду в Двараку, ни при каких обстоятельствах. При одном условии только. Если Радхарани появится в Двараке, я первый примчусь туда. If Radharani in Vrindavan, I can show you Vrindavan. If если Радхарани не будет во Вриндаване, я первый, который оставлю Вриндаван. Yeah. So there explain there are three kinds of sakhis Radharani. One is sapakya, vipakya, tatastha. Tatastha meaning who is the also doing love of Krishna also and also vipakya meaning who is the only sight of Chandravali. Sapakya meaning who is the only Srimati sight of Srimati Radharani. Yeah. So Srimati Radharani is the sight. So they are telling like this, they are manjari like this. Итак, гопи, которые живут во Вриндаване, юные гопи, они все попадают под три категории. Это свапакша гопи, випакша гопи и татаста гопи. Свапакша гопи – это гопи, которые исключительно преданы Радхарани. Випакша – это гопи, преданные сопернице Радхарани, Чандравали. А татаста – это те, которые одинаково относятся к обеим группам. Те, которые свапакша гопи – это манджари. Yeah. So you know, so Ravana Das Goswami telling, if asking you, what is the relation with Krishna here? You telling, I have no any direct relationship with Krishna. I have a relationship with Srimati Radharani. Yes, Krishna is the Srimati. I am with Radharani, this Sakhi, mad servant. Oh, Krishna is the Radharani. So with Krishna, our relationship is far away. See, he is the. Krishna is the Radharani, beloved is the Krishna. But our direct in Radharani, not direct with relation with Krishna. Если спросите Манджари, какие у нее взаимоотношения с Кришной, то она скажет, у меня с Кришной вообще нет никаких взаимоотношений. У меня взаимоотношения только с Радхарани. Она моя свами, она моя госпожа и моя подруга. А Кришна, он ее возлюбленный. Harsha, so Radharani, so you are Gauriya, you know, Gauriya meaning who is worshipped to Gauri Srimati Radharani. Gauriya meaning telling who is the guidance of Srimati Radharani. Мы Гаудия, Гаудия обозначает, мы поклоняемся Шримати Радхарани, она наше почитаемое божество. Yeah, so you are Rupanuga Gaudiya Vaishnava. Мы Рупануга Гаудия Вайшнавы. Хорошо. Ира, Харикатха, what time is it? До какого времени Харикатха? Надо будильничек. Вообще надо завести будильничек и всегда на стол ставить. Нет, удобно, когда ты даешь лекцию, всегда смотреть. Да, да, да. Huh? I ask, but for next time, just nice to put alarm clock on the table. До какого времени Харикатха? 8:30 Махараджи, you didn't explain fully about bad listeners. There are good listeners listening, yeah? Finishing good listeners. Yes. There are bad listeners with the four kind of this is bad listener. Только хорошие слушатели заметили, что не сказали про плохие слушатели. So one is the Bhurundu, this is the one pass. It's the Bhurundu. Because in Russia there is one animal, Bhurundu. This is pure Bhurundu. Yeah, this is the one pass. He's taking the Himalaya Parvat, you know, mountain of Himalaya. He has some nature. If what you tell him, exactly he is the telling to you. But when it is doing some complete wrong, like this, like some kind of listener, what they are listening, exactly they are tell everything. But when they are doing complete wrong.
Кто же эти плохие слушатели? Птица Бурунду. Бурундук, а просто Бурунду. Пограйся, просто что вы все смеетесь над этим словом? Я вам объясню, что у нас зверек есть Бурундук. Итак, эта птица Бурунду живет под Гималаями. И у нее есть талант. Она может дословно повторить все, что вы ей говорите. Но поступать она никогда... Она обусловленной душе. И дайте такую возможность выбора между хорошей харикатхой и какими-нибудь грязными мирскими разговорами. Ей понравится, ей очень, она подумает, что очень вкусно как раз именно второе. Но так вкусно. Yeah. So, the third is the bullock. Yeah, bullock. The bullock gave some nice fruit, good fruit. And he can give some grass. He cannot understand what is the difference of this nice fruit and grass. For him, this is the same. You know? Like this, that person like this, if somewhere nice harikatha and he somewhere some mandantaki, he did not understand what the difference. Well, necessary some katha. I can see that there are some criticism, something. Well, no problem. Only listen katha. Well, no. Третий плохой слушатель подобный быку. Для быка дать быку яблоко или дать быку солому, для него будет все одинаково. Что яблоко, что солома. Он знает, что это нужно есть. Вот точно так же есть такие слушатели, которые знают, что бхакатху слушать благоприятно. Ну, вообще благоприятно слушать. Поэтому какая разница, что я буду слушать. Будет там катха или будет там какие-то там критика, какие-то мирские обсуждения. Благоприятно же, поэтому я приду и буду слушать. Yeah, fourth is the small, like this tiger there, you know? That is bhediya, this name is bhediya. Bhediya. The small, like this cheetah, tiger, son. He always is looking when
Hiranya is the complete listening some very soon is how he complete abhishar, you know, complete forget to him. Only he want look to that sounds very complete abhishar listening very nice, you know, this is sound. That time he attacked. Nay, another time he cannot catch the deer. But deer is so run fast. She going very fast. She going so fast. He cannot catch to him. So only looking. But like this, some kind of listener, you know, if he are never listening Hari Katha, and if somebody is sitting very close to him, always try talking with him. You know, talk with. That time one attacked. Somebody listening very nicely, but he the meaning heart happening. This is supposed to be that there is a material. И четвертый плохой случай подобный рысе или маленький тигр. Как рысь может нападает на свою жертву, на, например, оленя. Она же маленькая, она не может догнать ее в беге. И тогда рысь нападает бесшумно именно на того, тогда в тот момент, когда тот полностью погружен в какие-то звуки, какую-то мелодию или какие-то звуки, что просто не воспринимает окружающий мир. Вот в тот момент рысь способна его поймать и убить. Вот точно так же есть такие слушатели, которые заметив кого-то погруженного в харикатху, им просто не сидится на месте. Они просто, им нужно обязательно вывести его из этого состояния. Они будут спрашивать, ты знаешь, тут такая вещь случилась, ты знаешь, что произошло, ты чем это, как ты можешь пропустить такую интересную вещь? Они просто начинают отвлекать того человека, не людям. And the fifth is the assess donkey. Donkey, donkey, what he doing? He's a, this carry, where is some mountain place, he carry nice, nice oil and ghee. And atta, their sugar, rice, carry everything, cut it. And put also all dirty cloth also, you know, donkey. But who is the his malik? He is the owner of any sarbat, you know, so give them any juice. Never gave any, any paratha, any chapati, not any bread, bread and the hotel, your language, nice fruit. Kartoshka. Kartoshka. never give it to him, you know. But he's carry all kind of thing. He's a carry thing. Like this, some listener is the they are not to so many things. They are carry to so many things, but they cannot eat anything, cannot releasing any bhaktiras. Есть пятый дополнительный пример. Вот точно так же, как хороших было четыре, и потом пятый прошмеля был дополнительный. Вот точно так же плохих четыре, теперь пятый дополнительный. Это на тех, у кого все-таки сработает память. Итак, еще один плохой слушатель, он подобен ослу. Как живет осел? Осел всю свою жизнь работает на хозяина, и ему приходится носить тяжелые грузы. Это могут быть какие-то фрукты, напитки, одежда. Это может быть самые подчас иногда замечательные продукты или замечательные вещи. Но как живет этот усел? Его этот его хозяин, он никогда ему не даст ни фруктов, ни напитков, ни какой-то хорошей одежды. Он всегда ему даст только сухую траву. Yeah. So this is fine. Telling this katha is the four kind of this katha. Four kind of this katha. The lesson of Danke Maharaj. Huh? Meaning of Danke. Danke he is a carry so much thing. This is that Danke. Mm-hmm. But he cannot release anything. Mm-hmm. Like this. You are also like this Danke, this material one. Что же под этим подразумевается? Можно, например, получить огромный багаж знаний о Кришне. Но не так никогда ему не пользоваться. Есть продолжать есть свою сухую траву. Yes. So, Hare Krishna, it is four kind of listener. And Sattvic, Rajasic, Tamasic and Nirguna. Telling what is Katha, Sattvic Katha, oh, 1 month, 2 months, very nicely you are listening. But after no any
any relative this katha. You can completely forget. This is the sakshi. Есть еще и катха четырех видов. Это сатвик, раджасик, тамасик и ниргун катха. То есть в благости, в страсть, в страстях, в невежестве и трансцендентная катха. Yeah, this is the sattvic telling. That Rajasi Katha telling, oh, you are arranging. No, I didn't explain sattvic. I just translated for purpose. Tell sattvic, one month and two month listening. You know, this is some, doing some niyam, some listen, then after you are not any connection, this katha. Итак, что же является катхой в благости? Ну, нужно просто регулярно же служить Бхагавад Катхе, и поэтому регулярно слушать Бхагаватам. Это очень благоприятно. Послушал, ну и хорошо, еще потом послушаю. Потом благополучно забываешь об этом. And this is the Rajasri Katha, arranging very nicely Katha, invite to everybody. How come Katha listening, Katha? But you are so much busy, then you cannot listen to this Katha. This Katha is the Rajasri Katha. Катха в гуне страсти – это когда ты занят другими делами. Ты и организовываешь катху, но не с целью того, чтобы самому погрузиться в эту катху тоже, а только чисто для организации. Нужно вот послужить, организовать эту катху. Это означает слушать катху в гуне страсти. Когда ты даже сидишь, слушаешь ее, ты все равно погружен не катхой. And this is the Tamasi Katha is the 3, 7, 6 day, 8 day you can arrange this Katha, you know, arranging this Katha. Sometime when you want listening, sometime you sit down, sometime when not fixed mind, then go and moving again coming. Maybe coming in middle time, maybe coming either when finishing Katha, then coming. Anyhow, 7 day, very hardly you can listen to this Katha. Mind, not mind, like this. Катха в гуне невежества. Это когда ты, ну да, сейчас надо будет 7 дней Бхагавад Катхи. Нужно там просидеть это время, нужно как-то туда принести тело. Ну что я опоздаю, приду к такому-то времени. Вот к этому времени я приду, вот к этому я уйду, посижу, посмотрю, послушаю. Так я проведу свои 7 дней. Yeah. And this is the, I'm telling what is the rare katha, this is the nirgun katha. Самое редкое настоящее слушание Бхагавад Катхи – это ниргун катха или трансцендентная катха. Yeah, so this is the telling, the sada septam, Srimati Bhagavati katha. This, whose life is the Srimad Bhagavat, and whose life is the complete Bhajan. Now this is the every day, you know, any Bhagavad Gita, any Srimad Bhagavat, a scripture of Goswami's scripture, every day there is some niyam. This day, every day necessary, I can read some scripture every day. This life is the bhakti. Трансцендентная катха – это когда ты превращаешь свою жизнь в служение Харикатхе, в служение Бхагаватам, что тождественно служение Бхагаватам. Это когда ты делаешь правила в своей жизни каждый день. Ты будешь что-то читать, ты будешь слушать Харикатху, ты будешь рассказывать Харикатху, так чтобы все время сознание находилось в Харикатхе. Каждый день какое-то время обязательно для Харикатхи. Yeah, like this, every day you are wake up, morning time, early morning, take shower, every day put tilak, every day chanting Guru Mantra, every day doing arati, every day kept Jaya Dhani, singing Mangala Arati, doing Tulasi Parikrama, every day chanting some peaks around, every day must try some bhakti scripture, every day reading this bhakti scripture. Как мы, например, следуем правилам каждый день, просыпаемся рано, каждый день ставим тилаку, каждый день проводим Мангала Арати, каждый день читаем Писание, каждый день поем киртаны. Every day chanting fixed round. Каждый день повторяем свои кунди. Тулси парикрама. Каждый день делаем тулси парикрама. Jai Radhe, Jai Krishna, Jai Vrindavan, singing this song. С
Hare Hare Namo Krishna Jadavaya Namo, everyday can singing. So Sri Rupa Goswami telling Tishtana Braje Tadanuragi Jananugami. This Rupa Goswami telling what is the, among the all extraction, what is which extraction is the top or extraction? The Tishtana Braje Tadanuragi can stay in Vrindavan doing bhajan. Well, how was in Vrindavan? I am staying in Navasiddhi. Рупа Госвами в своем наставлении говорит, что нужно жить во Вриндаване, совершая свой баджан. Как же тогда это становится возможным? Yeah, so Rupa Goswami telling, if you are badly stay, then stay your mind. И Рупа Госвами объясняет, если телом не получается, то нужно стараться жить умом там. So Prabhupada telling, Prabhupada jekhane harikatha, sekhane tirtha. Where is the harikatha? Where is the bhajan bhakti? That this is Tirtha, this is your place, is the Tirtha. And Bhaktivinoda Thakur telling, Jedina Grihe Bhajan Dekhi, Grihe Te Golata Bhaya, Sodha Bhakata Charana Reno, Bhajana No Koda, Bhakata Seva Paramasiddhi, Premlati Karamola, И Шрила Прабхупада поясняет это, он говорит, если вы в том месте, где поют киртан, это уже не часть духовного материального мира, это часть духовного мира. Шрила Бхактивинода в этой песне поет, потому что там, в том доме, где поют киртан, это часть Галоки Вриндавана. Хорошо. So, this is the rare katha. Not only you are arranging some Bhagavad katha, listening some, then no and connected, no. Your life like katha. Итак, не важно не только организовать, помогать в организации, проводить эти харикатхи. Важно не только относиться к ней, о, это благоприятно послушать, и время от времени я буду это слушать, но нет, нужно каждый день сделать продолжение катхи. So, if like this you are maintaining life, you can stay anywhere, but you are feeling I am staying in Vrindavan. И тогда, где бы вы ни жили, что бы с вами не было в будущем, вы всегда будете чувствовать о том, что вы живете во Вриндаване. Хорошо. Vrindavan Dham ki. Tomorrow is the very, very auspicious day. Tomorrow is our Gurudev, appears to be our Gurudev. Завтра очень благоприятный день. Завтра день явления нашего учителя. So, when before, this is the Vyas, this is the Vyas Puja. So, one day before Vyas Puja, you know, they are telling me, what are telling me? Adhivasa. Telling Adhivasa, one day before. What is meaning Adhivasa? Adhivasa meaning the preparation. Mm-hmm. You have to prepare sana for tomorrow. Why? Tomorrow the Vyas Puja. Итак, перед день, предшествующий важному дню, называется Адиваса. Что же обозначает Адиваса? День подготовления к этому дню. Yes, preparation. But what is that preparation? В чем же состоит это подготовление? Yes, so once upon a time, Srimad Mahaprabhu, you know, Srimad Mahaprabhu tell to Vasivas Pandit, tomorrow is the Vyas Puja. So very fortunate, tomorrow you can celebrate Vyas Puja. Your house, you can elevate your house, Vyas Puja. Then Mahaprabhu telling, O Srivas, very big responsibility. Why? Tomorrow all devotees coming to your house, you know, when the Vyas Puja, with some responsibility, you now have some burden. No, you are very, very fortunate.
Tomorrow we are saying the Vyas Puja, the mercy of the Lord, everything present in my house. Only bringing something peripherally, and tomorrow doing Vyas Puja. So very, very fortunate tomorrow we can celebrate Vyas Puja. Shivas told, oh, this is a burden, oh, Mahaprabhu told. Mahaprabhu. Однажды, чтобы понять, это, в чем все это приготовление, рассказывается эта история. Однажды Махапрабху обратился к Шривасу, пандиту, и сказал, что Шривас, завтра будет очень важный день. Завтра мы будем праздновать в твоем доме день явления Вьясадева. Тебе нужно к нему хорошо подготовиться. Придут много преданных, но, возможно, это будет для тебя временем. Нет, 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 говорит Шривас. Кришна обязательно всем обеспечит. Все необходимое. Я просто подберу все парафиналии. Yeah, like this tomorrow also. Gurudev Vyas Puja. Tomorrow listening. Gurudev Guru Tattva. And what is the Vyas Puja? What is the Gurudev some past time? Tomorrow you can listen. Итак, сегодня мы тоже будем собирать парафиналии. Мы будем медитировать на жизнь Гурудева, на его наставления, на его вклад, на истории, связанные с Шривом Гурудевом. И завтра мы все об этом будем рассказывать. Хорошо. Шри Литлила Прабхишна Вишна Бас Вишмат Бхакти Веданта Нараяна Госвами Махарадж Ки. Шри Бхакти Веданта Шри Нараяна Госвами Махарадж Ки. Грозь. Vena Gopal Prabhu, when I called to him, he agreed, he became pleased, and he told that now he will try to call to the place. Maybe they will give money back for the renting because he already paid for that place. Already paid. Yes, he already paid. He will try to take money back, and if it is possible, then he will bring some devotees. They will take bus and will bring some new devotees here. Okay. Bus, yeah. What? По поводу того, что там сказано о том, что бхакти можно обрести в случае, когда мы знаем, мы изучаем татва-гьяну, да, там, жива-татва, ишвара-татва, бхакти-татва, ну, как бы, изучая эти писания, как бы, ну, эту татву, мы получаем бхакти. Так не звучало. Нет, что, типа, там говорится, история-то рассказывается про бхакти, и у нее два сына, да, гьяна и варага. И... Там говорилось о том, что таким образом бхакти будет счастлива в той истории. Ну, в смысле, тем самым, получается, мы обретаем бхакти. Нет, это, вот этого вывода там не прозвучало. Не было. Просто, ну, и любовь, может быть, укрепляется бхакти, да? Вера увеличивается. В той, насколько мы прозвучало как? Чем больше мы знаем Таттва Сиддханта, тем наша вера будет сильнее. Ну, вера будет сильнее. Но это значит необходимо получается. He is asking about the morning class. When you told a story about Bhaktidev and to her sons, so the conclusion was like by getting Tattva Siddhanta, we will get Bhakti. I said it was not like this spoken. It was like if you will get Tattva Siddhanta, then your faith becomes strong. So he is asking, is it necessary? We have to. To study Tattva Siddhanta, he's asking. Yes, yes, necessary. Да, обязательно нужно учить Tattva Siddhanta. And Brahma, you know, Brahma, one slok in Brahma Stuti. This is Brahma Stuti, Brahma telling, Gyan Prayasam Tupas Namant Eva Jivanti San Mukharitam Bhavadiyavatam Sthane Sthitam Shruti Datam Tanavam Manavi Je Prayasa Ajita Jito Apistrailakam. This slok explain. This is the Ajita Jita. Lord's name is the Ajita. Ajita means you cannot conquer to him. But how you can conquer to him? Then telling Gyan Prayasa Mudubhasya. Then this is Gyan Prayas, you can Mudubhasya. Left, no need. Then Vishwanath Gautama telling, you telling Gyan Prayasa Mudubhasya. Scripture telling without Gyan, you cannot attend to Lord. Then telling, this is the Gyan.
when you are listening Harikatha from to Vaishnavas, you know the all Vaishnavas, this is the that easily can get all kind of jnana. Yeah, all kind of jnana. So when you are listening this Harikatha, this is one kind of jnana. Easily this is jnana. But this is generally Suska jnana. This is the Rasa Jukta jnana. You are what listening, this is the everything jnana. All things are jnana. Four kind of good listener, four kind of bad listener, four kind of Harikatha. This is the one kind of jnana. But this jnana is the Rasa Jukta jnana, not any Suska jnana, dry jnana. С одной стороны, Брама в своей молитве говорит «Генэй приясам удапасе намам тэйва». И он говорит, что Господа называют Аджитом. Аджитом обозначает, Аджит обозначает непобедимый, невозможно им управлять, невозможно им властвовать. Но Брама открывает секрет, он говорит, можно всё-таки им управлять. Каким образом? Если ты оставишь попытки гьяни. И Вишнача Каватакур дает комментарий к этому стиху, он говорит, что тут подразумевается отказаться совсем от гьяны, как же? Ведь Писания говорят, что без гьяны ты не можешь достигнуть Господа. И тогда Вишнача Каватакур объясняет эти два, кажущиеся противоречия. Он говорит, что нужно слушать гьяну, гьяну какую? Не каждую, Таттва Сиддханту. Нужно знать, какой он Кришна. Нужно знать, какая она джива, какая, какую она бхакти. И все это нужно слушать от вайшнавов. И харикатха будет пропитана расой. Так, вот благодаря такой гьяне, такую гьяну не нужно отбрасывать. Благодаря такой гьяне ты сможешь достигнуть Бхагавана. Не нужно слушать какую гьяну, какое знание, то, которое является, ведет к имперсональному величию Господа, который, да, который сухое какое-то знание, мирское знание. Иногда даже говорят о том, что слишком, ну, потом уже на определенном уровне для садыков уже не стоит уже слушать о величии как таковом, то есть только о расе. And you know, sometimes what happening? Only gyan, 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 gyan. Sometimes you get dry. Necessary this gyan with the ras. Then the good. Only ras, 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 this is not good. Make it sahajya. You know, make it sahajya. So necessary you are some gyan also and also ras also. Necessary both things. Both things necessary. Все нужно принимать умеренно. Поэтому и говорится отвечно. Как если, например, человек, он будет делать всегда акцент только на гьяне, он превратится, его сердце станет абсолютно сухим, невоспринимающим. Если человек сделает акцент, о, только раса, 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 он превратится в сахаджию. Если слушать, там не будет ни того, ни другого, ни той, ни другой крайности. Там будет и таттва сиддханта, и раса. Удобно, легко перевариваем видео. Question. Ну, ты просто как бы, это я начал вопроса. He didn't finish his question. Вопрос был заключался на следующем. Что получается, ну, бывает же много историй в Бхагаватам описывается, когда по милости гуру ученик обретает всю таттву, да? Как бы говорится, служа гуру, вайшнава, он обретает всю таттву. Вот, все знания в нем проявляются. Вот, и получается, как бы, ну, я хотел узнать, какие-то есть критерии, исключения, либо, ну, вот эти истории, это исключение из правил, скорее всего, либо это может каждый посвятить свою жизнь там гуру, даже не изучая писание, как, допустим, пример из истории с Рамануджи Ачарьи, когда ученик вообще ничего не читал, он просто служил своему гуру, стирал, убирал там, и так далее, и потом Шанкар Ачарьи, когда его подозвали, да, он всю сиддханту там изложил, очень как бы такие истины. Ну, просто вопрос в этом, это получается исключения какие-то бывают, либо это действительно, ну, Sometimes in Shastras we see shlokas where it is written like if disciple sincerely serve his guru, then knowledge himself revealed in his heart. So Prabhu is asking, is it like an exception or this is the rule? So this is the way to take knowledge or this is exception, some special mercy of guru. So not from study, but itself a service, the knowledge reveals. Like, for example, disciple of Shankaracharya. He didn't study anything. He was completely foolish. He was just washing clothes. But then he started speaking in Sanskrit. He started speaking in
all these things, philosophy. And this is Krishna also telling, this is the telling Sudama. Yeah, telling na aham icha prajati tapaso upasamaneva tusya aham sarvatatma guru susosayata. Krishna telling, Sudama, you know, the service of Gurudev, you know, I am so much pleased. I cannot like this pleased to no icha with study. Prajati Guruji left everything, becomes sannyasi, you know, tapasya, upasamaneva, you know, I cannot please so much thing. I am pleased to help you some Guru Seva. So then he telling this all thing, how our Guru Mata sent to us, bring this wood. And when collected wood, keep the head, their temple is so heavy, rain, everywhere, water, you cannot somewhere go, not go, you can understand. But this is this, all this steel, this all wood, keep this head. And when evening time, then his Gurudev coming, then looking at Krishna Sudama, he come where? Krishna Sudama, they went to forest, bring wood and wood, steel, did not come, no. Then Gurudev searching, telling, Sudama, Krishna, where are you? Then Gurudev, you are here, Guru, how are you there? Then saw, you know, until neck this water, but still keep this, you know, this is the order. Then Gurudev, when he saw that time, this is checking this body. When he saw this Guru Seva, then Gurudev, you know, gave so much mercy to them. All Ved, Vedanta, Upanishad, everything manifested in your heart. There also Krishna tells the same thing to Sudama. So then Vijnana comes, yeah? Yeah. Then Jnana not necessary, he is necessary. Necessary. Itta. When coming to Jnana, that is Jnana easily coming to Jnana also. Итак, Кришна в беседе с Судамой тоже говорит, что я больше всего становлюсь довольный тем, кто служит своему гуру, а не тем, кто там изучает чего-то, кто занимается темой перечисления там, этот, разных видов деятельности. И примером, и после этого он стал Судаме рассказывать. Потом помнишь о том, как мы служили нашему учителю, о том, как Гуру Мата послала нас в лес за хворостом, и когда мы начали его собирать, начался сильный шторм, и мы промокли там до костей, сохраняя, держа этот хворост. И только потом Гурудев нас нашел, спрашивает: «О, Кришна, Судама, вы где?» И тогда Гурудев увидел о том, насколько они готовы к служению, насколько они преданы служению своему учителю, тогда он сказал: «О, пусть все знание откроется в вашем сердце». И я спросила Махараджа, значит, Кришна подарил осознание и вигьяну в сердце. Значит, может быть, вигьяну не нужно, то есть теорию, может быть, при этом не нужно получать. Махарадж говорит, и то, и другое нужно. So here, like this is the, you know, Rapun, this is Shankaracharya, who is the Sevak, you know, Shankaracharya, who is Sevak, who is the Angad Guru Seva, and even Ramanujacharya, who is Sevak, the Kures, you know, and when they are doing Guru Seva, what happening? When the mercy of Gurudev, there is some special mercy of Gurudev, they are coming interest to listening Harikatha, you know, they are coming interest to doing Bhajan, you know, this is the, what is the fruit, not only Guru Seva like one and karmi. No. Karmi. So, you know, this is less than you can do Guru Seva. Easily you are coming to love affection to Krishna. Easily come to listen to Harikatha like this. This once, this is the Ramanuja Acharya. Once he started with telling Harikatha. When he starting Harikatha, but all disciples they are sitting, but still not starting. Well, why are they starting? Well, one Seva in the Natal district. So he did not start this Harikatha. Then this all disciple very, very educated. Govind, foolish. He don't know any English, you know. Always cleaning cloth and doing seva. So telling, still telling when he did not come, I cannot tell him starting Harikatha. Then when this is Govind coming, you know, there is some doubt, you know. Then Govind coming there, then this Shankaracharya telling, can we speak this Vedanta Sutra? That is high class. But he's telling, continue to tell this all Vedanta Sutra. Why? The mercy of Gurudev. And when he doing Guru Seva, and when he listening to Harikatha with Seva, then what happening? Easily this heart, everything manifested. Why? Mercy of Gurudev, mercy of the service mode.
So telling seven mukhai jivado swayam meva spurayatattva. But this is the necessary verse, seven mukhi vritti. But it's service mind. Without the service mind, this jnana, one can do dry jnana only. Итак, взять этот пример с Говиндой. Махарадж говорит, он ему служил, Шанкарачарья. Служение, он ему служил не как карме, он ему служил и всегда слушал Харикатху. Вообще служение это является результатом понимания Харикатхи. Служение это не нечто, какая-то внешняя деятельность, как слуга. Это сделал, то сделал, перечисление. Служение это когда ты сердцем своим служишь. И служение Говинды было настоящим служением. То есть это был результат понимания Харикатхи, насколько важно это служение, понимание о том, кто является его гуру. Вот это настоящее служение. И когда человек и слушает Харикатху, и служит, вот тогда ему открывается истина. Вот это, в этой истории, когда Шанкарачарья, он не начинал свою Харикатху, пока Говинда не придет, другие ученики, они выражали свое негодование. Какой Говинда? Он ничего не понимает, он санскрит не знает, он какой он может быть? Он вас все равно, Гурудев, не понимает. Зачем его вообще ждать? Это говорит о том, что они вот как раз и не понимают эту Харикатху. И когда пришел Говинда, вот результат того, что он служил и слушал Харикатху, он стал говорить. И это тоже был пример исключительной милости Гуру. Сева Мухи Дживао Дау, Рупа Госвами говорит в этом стихе, что только лишь когда в соединении вот эти две вещи, и служение, и воспевание святого имени, вот только тогда ты можешь получить даршан Кришны, то есть тебе может открыться истина. Without seva, this is like some dry, you know? Без, если будет... Без служения это будет сухо, это будет неполно. So necessary seven mukhi vritti, tendency of seva vritti. Должно быть все с желанием служить, seva mukha vritti. Yeah, so then you can understand this thing. One is the only gyan, one is the with knowledge gyan, you know, this is the... So this is the where comes some realization from service mode. Mm-hmm. Only reading scripture, this is the only some jnana also, not some realization. Когда человек начинает понимать, недостаточно просто читать, недостаточно просто накапливать эту информацию, систематизировать у себя в интеллекте. Только когда человек начинает служить, когда начинает стараться удовлетворить гуру, удовлетворить вашнав, вот тогда ему будет действительно открываться знание. Это откроется в служении. Тогда перед повторяйте Аник до Боги. Хари Кришна, Хари Бол, Хари Бол. Five times year celebrate Guru Puja. Five times year select. Так, когда мы будем праздновать Гуру Пуджу, он говорит, спрашивает. Хари Бол. Вечером. А? Вечером. Evening. Ну, вечерний праздник. Как? Чтобы люди после что работы... Работы. When the evening, then people will come. So necessary, you know, today is the tomorrow is the Gurudev Vyas Puja. Without get Pushpanjali, not good you can take anything, you know. Запомните правила. So tomorrow morning, you know, tomorrow morning, if try morning time tomorrow, breakfast, you know, before breakfast, we are doing some Guru Puja, some Gurudev Arati.
and they bring some power, you know, some power, and they're making some good. Завтра мы после утренней программы мы сначала предложим пушку, пуш-панчали сделаем, пуджари прабу, он проведет арати гурудеву, предложит это все, и после пушки тогда у нас будет завтра. And little do archan with charanamrita gurudev. Да, вот, да, сделают абишеку, и будет примем чаринамриту, и вот потом завтра. Хорошо. And take charanamrita, can take a breakfast, okay? После чаринамриты только кушайте завтра. And evening time, gurudev das puja. А вечером будет праздновать яса пуджа. And everybody try making some nice puja for gurudev. Сделайте что-нибудь вкусненькое от себя для гурудева. What would it like, Махарадж? Гурудев? Вот картошка. Gurudev like kartushka. Yeah, Gurudev siddha, you know, siddha. Bhai, bhai like kartushka. You know, they are making some bharta. Gurudev also like. Bharta? Bharta, bharta. Bharta? Like kartushka. So some salt. There are some oil. Salsa, oil. And you know, this is the mask. This kartushka mask. Ah, like a little bit mustard oil. This one. Yeah, this one. But but here, you know, no need to. I have mustard oil. We can also make. Okay, you can do your country what you are like. Махарадж сказал, сделайте что-нибудь от себя вкусненькое. Я у Махараджа спросила, а Гурудев-то что он любил, как бы его лучше удовлетворить? Он говорит, я еще пошутила, картошку, наверное, вряд ли картошку. Он говорит, картошка ему тоже очень нравилась. Он говорит, особенно он любил картошку, какой видите, Гурудев любил картошку. Картошка варится, надо завтра приготовить. Картошка варится. I have Махараджи, mustard oil here. This is the only for little bit like this. Yes. Like, not necessary to them. So explain to them what you are like, but here you are. They will make a little bit just to taste this thing. They will understand. Little bit, no need. Слушайте, это не главное блюдо. No need to explain to them. And what is their like, they can take. Делайте то, что вы желаете, чем угостить Гурудева. На кухне. А что-нибудь там просто вместе сообща. Махарадж, как его участвовать в этой кухне, как бы. This kitchen, it is. Если у преданных будет возможность, может скинуться на какие-то такие сладости, еще что-то. Нет, after, after class, noon after, after evening, so everybody tried. Просто в течение дня можно либо разделиться, либо помогать друг другу. Просто решили, о, завтра мы сделаем вот такое вкусное блюдо для Гурудева. И каждый в этом какое-то участие принял. Together, together have them. And they, how many devotees coming from there? They said they are no, as like. И хорошо бы, конечно, созвониться, узнать, сколько приедет преданных там новых сверху попало. Okay. На кого еще кормить нужно будет? Вот с этой целью. Какие там новые, что не могут сделать? Ничего не могут сделать. Новый год со старым детям. Контролер, поздно уже. If some balloon, what tell you, this is the Gubara. Шариков, говорит, у вас нету? Баллон. У нас есть только легкие. Мани Манджари очень классно шариками все всегда украшает. Hare Krishna. Сколько у тебя? А кто завтра будет готовить, я объясню, что он не готовит. Ариво.
Hare Krishna. Ну, запрацовую всех поваров. Кто группы старшего? Люди знают. А? Люди записывают. Чтобы задержки не было, у нас овощной кофе. Одну картошку надо приготовить. И кофе One day, we can explain how our Sri Krishna, how our Prasad, how the his class, our devotees, so we can teach them how the Prasad, how Bharati,
Thank you.
Hari 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 Hari
Yeah. Case of a yeah. 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 Yeah.